Альтернативная дорога, которая позволит разгрузить переправу через Волгу по Жигулевской ГЭС, избежать пробок и сократить время в пути. Сегодня в Самарской области запустили движение по дороге обход города Тольятти. В торжественной церемонии принял участие в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В режиме ВКС жителей региона поздравил президент страны Владимир Путин, который в то же время открыл другую магистраль – северный обход Твери. На церемонию он прибыл на ладе с самарскими номерами. Владимир Владимирович, решите открыть движение. Разрешаю. Поехали. Что хочется сказать в завершение? Сделана большая, хорошая, результативная и очень важная работа с хорошим результатом. Очень важно вообще в любой стране, а в такой, как наша страна, с огромной ее территорией, обеспечить транспортную связанность, логистическую связанность регионов Российской Федерации друг с другом. Это кратно увеличивает возможности экономики и повышает качество жизни людей. Дорога обход Тольятти входит в состав трассы М5 на маршруте Европа-Западный Китай. Ее появление позволит увеличить поставки продукции, как экспортной, так и импортируемой, нарастить объемы перевозки строительных грузов, а значит и темпы строительства. Все это очень важно для развития экономики региона. Это безопасность. Это безопасность и качественные дороги, которые позволят нам теперь добираться быстрее, надежнее и увереннее в том, что будем идти без пробок по расписанию. Это первое. Второе, для всех промышленных предприятий Тольятти, Самары, это возможность больше продавать, больше экспортировать. Мы с предприятиями провели сейчас за месяц большую работу, увидели, что благодаря этому объекту и его дальнейшему развитию можно будет увеличить экспортный потенциал в 1,5 раза. Конечно же, это туризм. Туризм, причем как наш внутренний, так и вот все гости, которые к нам приезжают, они же не только хотят увидеть Самару, набережную, хотят увидеть весь регион. Скоростная автодорога имеет 4 полосы движения с расчетной скоростью 110 км в час. Ее длина почти 100 км. Она включает 39 мостов и путепроводов. На ней предусмотрено 8 зон отдыха. Здесь применены, на самом деле, самые современные технологии по созданию и асфальтобетона. Здесь на каждом искусственном сооружении сделан литой асфальтобетон. То есть тот, который позволит завтра не допустить трещины. Тут, конечно, уникальные технологии. Технологии такие, которые применялись на Крымском мосту. Все делалось с воды. На баржах стояли бетонные заводы, и бетон нагнетался прямо с барж. Туда поставлялись инертные материалы. Здесь ростверки, они висящие. То есть это вот такая вот уникальная технология. За рулем легковых автомобилей, колонна которых открыла автомагистраль, много женщин. Среди них сотрудницы АвтоВАЗа Антонина Крутова и Татьяна Крыгина. Рассказывают, так их поощрили за хорошую работу. Очень волнительно и вообще здорово, круто. У нас вчера была репетиция, мы здесь ездили. То есть есть у нас указания, как это все делать, но вообще это классно. Очень много эмоций. Во-первых, красота, вы посмотрите, какая наша красивая Волга. Хороший день, но опять же открытие моста, который соединит и укоротит пути до Москвы. И Тольятти у нас более доступной станет теперь. После ввода объекта в эксплуатацию работа не закончится. Будет прорабатываться вопрос об устройстве съездов там, где этого просят жители, чтобы эти районы также получили импульс к развитию. Проезд по новой дороге будет платным. Оплатить можно будет как наличными, так и с помощью транспондера. Это устройство, оснащенное Wi-Fi и специальной программой. При положительном балансе проезжать пункт оплаты можно будет не останавливаясь, что удобно для тех, кто планирует часто ездить по этому участку пути. Информация будет считываться с транспондера автоматически. До завершения ремонта на Жигулевской ГЭС проезд по новой автодороге будет бесплатным. Виктория Шарая, Константин Головин. События.